Всем привет, ребята! Мы сегодня снимаем видео про торнадо. Вот, то, что на съемке у нас будет, это первый вид торнадо. Да, если вы не знали, я знаю все виды вот таких торнадо, поэтому первый вид. Первый вид – это просто такой ровненький, который вот так вот идет, просто и ничего не делает. Второй вид – это, конечно же, все, как под названием знаем, земляной смерч, который просто по земле идет и куда-то идет, не знаю в какую сторону. Третий — это уже, конечно же, кривой торнадо, который просто будет по кривоватеньку идти, совсем криво. Четвертый вид торнадо — это водяной смерч, который сначала опускается снизу до воды, а когда он идет на сушу, то просто опять поднимается наверх домой. Еще один вид — это огненный смерч. И мы все знаем, как он образуется. Когда он касается горящего дома, он начинает вот в этого смерча превращаться из-за того, что когда он проходит горящий дом, от него только остается вот это огненный смерч. Так что на этом не будет все, и сейчас будет другая часть, и поэтому... Да. Ну что ж, продолжаем снимать ролик. Так вот, и это все категории торнадо: F0, F1, F2, F3, F4, F5. Ну что ж, начнем с F1. Ну, F1 мы всегда знаем, он только может людей взять, а машину просто перевернуть на бок, а дерево просто повалится вниз. Теперь у нас второй вид торнадо, конечно, это F1. Он, кстати, уже сильнее и может взять уже машину целую. Но все еще дом и дерево может просто уж дерево наполовину снести, но только листья. И теперь очередь третий торнадо — F2. И F-торнадо 2, конечно, может взять... F2, конечно, может взять людей и дерево, конечно, и да. И, конечно, это торнадо, по сути, силой, как торнадо F3. И, конечно, их не отличить от обычного F3 торнадо до F2. Торнадо F3. Торнадо F3 еще сильнее. По сути, это чаще торнадо появляется в Америке. Он каждый день появляется. И он с такой же силой может просто поднять дом. А бы по кусочку. И поэтому дом будет просто разлавлен. А дерево будет с корнями вырван. Торнадо F4. Торнадо F4. Уже сильный какой. Он может уже целиком взять почти все на своем пути, но все еще не может взять то, что он может. Особенно небоскреб. Торнадо последняя категория — F5. F5, конечно, торнадо очень сильное, по сути, как по сравнению с этих маленьких торнад. И он может взять дом целиком, а под его давление, то, что внутри, которое мы всегда знаем, что снаружи поднимается все, а внутри опускается. Так вот, давление такое сильное, что дом взрывается, и поэтому он просто взорвется. И поэтому как бомба взорвется. Так что машины просто улетят в небо, конечно, и эти люди. И еще я некоторые факты знаю, что такие торнадо, которые, по примеру, вот эти, могут перерасти сами. Вот, например, F0. А когда он что-то ест,
просто берет и крутит возле себя, он может перерасти в F1 торнадо. И так всегда, 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 да, пока он не дойдет до F5 и не уйдет, когда он...